Привет, девочки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Крэш, Паша, Паханчик, Пашунчик, и мы играем в игрушку под названием Тедди. Кто играл в бабушку Гренни или смотрел ее, знает, что у бабушки есть тайная комната, в которой спрятан мишка Тедди, его так зовут. С помощью него можно вызвать дух пропавшей внучки бабушки Гренни Слендерины, типа такого. Но в этой игре... Короче, это копия игры бабушки Гренни. В этой игре мишка Тедди стал бабушкой Гренни и хочет нас убить. Офигеть, я через текстуры как-то убежал. Капец, я... Здесь ужасное управление просто. Мишка хочет нас убить. Блин, он нас убить хочет. Игрушка Слендерины стала убийцей. Это вообще жесть. Короче, сегодня нам надо выйти через эту главную дверь. Я не знаю, получится или нет. А для этого надо найти все ключи, все тайнички. Он шлепает, короче, я не знаю, как утка. Как будто у него ноги мокрые, он шлепает ими по полу. Так, здесь какая-то комната. Так, обосранные кроватки стоят аккуратно. Надо быть очень аккуратными. Что? Под этими кроватками можно спрятаться, Тедди. Смотрите. Действительно, поднимешь, ничего не видно. Подними, прям вообще ничего не видно. Я не знаю, но это очень страшно. Это как будто кошмар ребенка. Очень гигантская игрушка убийца. Что это? Еще раз. Опять же говорю, управление дикое. А, это фонарь. Стоп, а зачем он? Мы подобрали фонарик, короче, но... Ну зачем он? Зачем нам фонарик? Ну, в смысле, он ничего не делает, он просто светит, но здесь как бы не темно. Мишка, я думал, он боится фонарика, но нет. К черту его выбросим. Если нас хватит, он нас сожрет, но мы не хотим же этого, мы хотим сбежать. Какое же здесь тяжелое управление, вы не представляете. Это очень кривая игра, но это очень классная идея. Просто то, что Мишка стал бабкой Гренни и хочет нас поймать, убить и все такие делишки. Главное, чтобы не изнасиловать. Мишка, насильник, пожалуйста, спасите. Мне кажется, он ушел, да? Давайте проверим. Он же не может в эти маленькие двери пролезть, или может? Короче, нам надо искать ключи. Ключи. Ага. Так, это кроватка, под которой можно спрятаться, но опять же. Ну хотя такой медведь, он даже не может голову нагнуть, чтобы проверить, спрятался там кто-то или нет. Смотрите, у медведя есть музыкальный центр. Зачем он ему? А, он по этому телеку смотрит мои ролики про бабку Гренни и придумывает способ, как меня сожрать. Шлепает своими маленькими лапками. Блин, меня закручивает. Меня закругляет. Так, давайте спрячемся под кроватку. Как же здесь голову просто ворочит по всей карте, блин. Хайд. Интересно, он поймает меня? Лох побежал наверх, не заметил меня. Смотрите, как он ногой дергает. Фак. А стоп, а если еще раз спрятаться? Он спалит? Он не палит. Вообще слепая шара. Давай, подождем 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тедди, я еще считаю, не иди сюда. 1, 10, Тедди, стой там, я еще считаю. 10, микроволновка. Так открылась. А это что? Какая-то колонка, шкафы, пустые. Стоп, я что-то... Сейчас увидел надпись какую-то. Как же голову крутит? Нет, Тедди! Тедди! Тедди, подожди, прости. Ключ! Офигеть, он в начале игры лежал. Откуда он? Ладно, давайте возьмем ключик. Тут есть кнопка, ребята, но кнопку нажимать нельзя. Она, короче, просто вырубает... Нет!
я надеюсь, не сильно громко вам было. Короче, здесь есть кнопка, и она полностью вырубает во всей игре свет. Я вообще не знаю, зачем это надо. Она просто вырубает свет во всем доме. Это просто самая бесполезная фигня, которая только бывает. Так, где наш ключ? Вот ключ. Тейк. Так, здесь есть вторая комната. Но в ней пусто. Так, Тедди, ты где? Тедди! Нет! Тедди! Здесь же была багнутая фигня. Вон! Боже мой. Что я наделал? А как отсюда ливнуть теперь? Никак? Короче, я перезапустил игру. И смотрите. Здесь лежит молоток в самом начале игры. Как-то сильно легко, если бы вы не знали эту игру, в которой ничего нельзя сделать. От него некуда бежать просто. О, смотрите, я нашел ключ и все подряд. Короче, я не знаю почему, но я от Тедди улетел вообще, капец. Полностью улетел от Тедди. Тедди, Тедди, ты чего здесь забыл? Дайте мне навести. No, Тедди, 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 Тедди. Тедди, успокойся, успокойся. Пожалуйста. Тедди. Капец, вообще невозможно ничего сделать. Как спрятаться? В ящик хочу. Управление еле работает. Так, ждем. А ждем. Отлично. Я думал, наоборот, вышел. Блин. Я думал, наоборот, вышел туда, в мою комнату. Блин, я лоханулся. А где молоток теперь? Тедди. Тедди. Куда заныкал кувалду? Он куда-то кувалду переложил. Офигеть. Стоп, а смысл? Здесь лежал ключ. Он все переложил, урод. Капец. А куда? Стоп, куда? Куда делась наш молоток кувалда? Он, короче, все переложил, засранец, я не знаю. Как мы это теперь найдем? Вот он сожрал кувалду, чтобы мы не могли ничего сделать. Так, а ну зайдем сюда. Эти баги, короче. Ну тут только с багами можно что-то пройти. Ладно. По звуку, кажется, он где-то близко. Он очень близко. Он сильно близко. Тедди, Тедди, Тедди. Иди сюда, давай. Сейчас попробуем забаговаться. Если не получится, то придется игру перезапускать, потому что кувалда исчезла. Так. Отлично. Развели. Развели мишку. Тедди, Тедди. Тедди! Где моя кувалда? Вон ключ лежит. Давайте ключ заберем как-нибудь. Тедди, нет. Я придумал, я буду вокруг музыкального центра бегать. Так. Иди сюда, давай. Давай, давай. Надеюсь, он забагует здесь, да? Нет! Тедди, Тедди, сюда иди. Почему не может просто застрять? Пожалуйста. Ладно, давайте вот сюда. Нам надо как-то вставить ключ в ключницу. Боу-боу-боу-боу-боу-боу! Тедди, 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 Тедди. Спокойствие. Только спокойствие, лестница тупая. Застрял. Где кувалда? Тедди, кувалда где? Молоток где? Вот есть какая-то гантель, блин. Гантель, а что она делает? Ну, вот это вещь какая-то. Вот это какая-то нужная вещь. Она просто светит. Где кувалда? Куда Тедди ее засунул? Вот нам надо еще раз сдохнуть, чтобы найти кувалду, чтобы она появилась. Потому что, как видите, она просто исчезла. Что это?
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мишка. Мишка, спокойствие. Только спокойствие. Где кувалда? Короче, мы сдохнем сейчас, если мы не найдем кувалду, потому что она, наверное, зареспаунится где-то. Ну, либо я перезайду в игру уже, что поделать. Если ее не будет. Да, ее нигде нету. Мишка, сожри меня. Давай. Ему очень тупой звук убийства дали. Он просто настолько тупой. Я не знаю, насколько. Это невозможно. Смотрите, нам ее подбросили. Я же говорю, она, наверное, забаговала быстрее всего. Так. Ты слишком быстрый. Молодой человек! Молодой человек! Game over! No! No! Еще раз, давайте! Так, я зашел последний раз, все. В этот раз я чувствую, мы сбежим от нашего Тедди. Напомню, ну не напомню, я не говорил даже. Это самая легкая сложность, которая только можно. Быстрей. Давай, где ключ? Ключ, давай, быстрей, на. Ебой. Это просто халява, красава, халява. Кто дверь открыл? Дверь обычно закрыта, я не знаю. Так, ладно, Мишка, уходи. Хайд, спрятаться. Что? Что это? Что это сейчас было? Вы видели? Через текстуры проходим, но лучше туда не залазить, иначе... Иначе отлетит у нас еще. Смотрите, видели? Он туда спускается. Так, сейчас аккуратно идем. Надо найти ключик. Ключик может в микроволновке быть. Наверное. А может и нет. Почему ты развернулся? Остолоп и медведь. Почему он развернулся? Он не должен был разворачиваться. Я же как мышенька шел. Он, кстати, похож на гигантскую мышь больше, чем на медведя. Так, здесь нет ключа? Нету. Тедди. Тедди, братуха. Где ключ желтый, ты? Я чуть-чуть в танце закружился. Все, третий день, последний. Быстро ищем. Ищем ключ. Ключ, быстро. Быстро ключ, давайте. Желтый ключ, пожалуйста. Подкиньте мне его, пожалуйста. Мишка достал меня. Мишка меня достал. Вон он, в углу лежит. Я теперь знаю места. Я знаю места, где ключи прячут. Все, 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 все. Давайте. Кувалда на диване бывает лежит. Тедди, ну ты че? Беги, беги, дурень. Почему я завис? Нет! Стоп! Ключ не работает. Ключ не работает. Так, Мишка, по-моему, забуговал. Ключ работает, пожалуйста. Куда его надо вставить? Я же его вставлял уже один раз. Плиз! Плиз! Он не хочет? Мы не можем сбежать, спастись. Да, Мишка забаговал здесь, отлично. Я так и знал, что он где-то забагует, но мы не можем сбежать отсюда, я не понимаю. Короче, давайте на кнопку нажмем. Не знаю, что у нас получится. Попробуем нажать на кнопочку. Может быть, что-то да выйдет. Так, давайте фонарик заберем. Вот фонарик что-то делает. Без него у нас не открывается дверь. А, я знаю! Я, кажется, знаю. Есть одна догадка. Фонарик нужен, чтобы выключить свет во всем доме. Тогда Тедди нас не будет видеть, а мы его... Короче, не работает ключ. Ключ сломался. Take. А вот мы открыли дверь и забыли, как бы.
Тедди, Тедди, ты что, не пролазишь? Ну что ты такой жирный? Да! Сейчас вырубим свет и сможем ходить. А я думал, зачем фонарик? А сам же вам рассказал про кнопку, которая вырубается и все не работает. Во, смотрите, мы тут теперь... А на нее можно нажать еще? Не, она больше не работает. Блин, такой китайский свет просто от фонарика. Китайский фонарик. Что здесь, микроволновка? Что она дает? Она закрывается сама постоянно. Так, микроволновка ничего не делает. Здесь что? Все, валим. Тедди не стал каким-то монстром? Он прям вообще монстр какой-то. Монстр-мишка. Я свалил! Надо было в темноте свалить. А почему так? Зачем? Короче, девочки и мальчики, игра называется Тедди, кто хочет поиграть. В Play Market есть, наверное, в App Store есть. Если вам ролик понравился, ставьте, конечно же, лайк. Там нажимайте на подписочку, на колокольчик. Что за звук? Неужели какая-то музыка появилась? Короче, лайк, подписка, колокольчик, коммент. Заходите в ВК, Инстаграм. С вами был Крэш Паша. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Пока.